В рамках программ «Благоустроенное село» и «Благоустроенное Махаля» на 2022-2026 годы утверждены адресные перечни и целевые параметры по строительству, реконструкции и ремонту объектов социальной сферы, в том числе улучшению систем питьевого водоснабжения. Хорошие результаты в этом направлении показывает работа в Новоильской области. О том, как обеспечивают жизненно важным ресурсом 17 тысяч человек, материал выпуска. Созидательная работа этого года в рамках программ «Обот-Кшлок» и «Обот-Махаля», впервые охватив централизованной подачей питьевой воды более чем 20-тысячное население Новоильской области, улучшит обеспечение данным ресурсом 17 тысяч человек. В этом плане ведется практическая работа и в городе Розон, который преображается на глазах. В частности, протягиваются трубы питьевой воды на расстоянии 11,5 километров, что обеспечит централизованным водоснабжением сходы граждан Махали, Шайхон и Гулистон. На тендере мы выиграли объект по обеспечению в 2022 году жителей Махали Шайхон питьевой водой. До сегодняшнего дня выполнено 60% работ. Согласно проекту, водопроводная сеть дойдет до каждого дома, и мы постараемся завершить данные практические мероприятия досрочно, для чего привлекли 2 единицы специальной техники и более 20 рабочих. Работа активно продолжается. Привлекли необходимую технику, квалифицированных специалистов, которые стараются, чтобы вода пришла в каждый дом, что станет хорошим подарком к 31-й годовщине независимости страны. 25 лет мечтали об этом. И вот впервые в нашу Махалю протягивают водопроводную сеть. Все очень рады и довольны. Спасибо нашему президенту, инициатору масштабных благих дел, направленных на решение насущных проблем населения. Реализация же проекта по строительству водораспределительного сооружения «Доль-Доль» в Набахорском районе позволит охватить централизованным обеспечением питьевой водой жителей 4 махалей, на что направлено 4,5 миллиарда сумов. В 4 махалях проживает 7 тысяч человек, и это забота о них. Каждый из нас очень рад создаваемым условиям. Это большое дело, за которым усилия государства, немалые средства, а главное – внимание на самом высоком уровне. Таким образом, расширяются масштабы созидательных работ, воплощающих в жизнь многолетние мечты населения, проживающего даже в самых отдаленных местностях, которые видят перемены на своем примере. И каждый штрих на карте созидания, поднимая настроение людей, служит дальнейшему ускорению работ, направленных на создание достойных условий жизни на местах.